Всем привет, мои дорогие друзья, с вами снова Ио Айков. Сегодня, ребята, мы с вами поиграем в последний день Забеля в бункере. И что же, ребят, мы на втором этаже, и капец, как у меня глючит. Ну, ребят, а это отглючит, я вам говорю. Что же, ребят, в этом отсеке у нас требуется security терминал. Ну, ребят, погнали сюда. И как же я уже проходил 1000 бункеров. Тут есть руки. А, еще там будет 1 000 000 зомби. Ну, ребят, не бойтесь. Мы с ними на изи расправимся. Так, ты что, не... упал! Упал, отжался. Так, ребят. Так, токсичный зомби. Ой, зомби! Так, ребят, давайте сейчас их вот так. Эй, пацаны. Давайте, давайте. Хоба! У одного завалим. Ребята, вспомнил. А, нет, это не то. Или я взял. Нет, не взял палец. Ладно, ребят. Ничего страшного. Ну, ребят, это изи сейчас будет. Давай. Вот громила, и я его побеждал, ребят. Вы не поверите, он так сильно бьет. На-н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 а. А чё так? У меня же был барабанный магазин, двойной компенсатор. Ого. Да, ребят, такого я уже шня тоже точно не ожидал. О, новый левел как раз. Нормально. Так. Ну, ребят, что у нас в сундучке? А, у нас там ничего, значит, идем дальше. Давай. Потом, когда он приближается, ребят, бегите вот сюда и добивайте его. Свет открыл. Да ладно, ребят. Давайте, ребят. И там попадается 2 токсичных зомби. Мы их всех перерубаем. И там 2 толстяка. Которые носят двойной нашему герою. Ну, нам. Урон. На тебе. Типа, по-моему, да. Что ж, ребят, я думаю, здесь уже можно открыть, потому что там, по-моему, батарейки будут. По-моему, там батарейки должны быть. Ну, нормально. Но я, конечно же, брать не буду. Какой пробы-то взял? Ну, хотя бы болты можно было взять. Ну... У меня болтов дофига дома. О, да, ребят. О, просто да. Просто бежим. Если бы я здесь был без хилок. И опять, ребят. Ой, тихо. Ого, у нас не... У нас, ребят, не пробивает, это хорошо. Если бы я только был здесь с пистолетом, я не знаю, что мне там сделали. Обалдеть. О, идите от моего братана, кстати, ребят. Под моим прошлым видеороликом, но я еще конечно, не вылаживала. Ну, я хотела вас спросить, что... Короче, ребят, просто забить. И вот, ребят, я тут. Пожалуйста, спасибо, мне повезло. Так, здесь бла-бла-бла-бла-бла. Давай. Давай, беги, пацан. Да, ребят, мы его отпустили. Ребят. Итак. Я что-то здесь ничего не понял.
Так, короче, ребят. Что-то я это... Ой! А, ребят, я помню этот момент. Короче, нам нужно идти на четвертый этаж. Ух, ребят. Я, конечно, все понимаю, но... Давайте, ребят, я сейчас пойду... А, ребят. Короче, я вспомнил одну вещь. Когда я убивал этого громилу, я не помню, что было. Короче, или там он, когда не шевелился и просто принимаешь хилки свои, он очень сильно бьет. Так раз, 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 раз. Ну, да. И он так может тебя, да. Если, конечно, не будет хилок. И если даже хилки закончатся, то тебе не конец. Так, так, ребят. Все просто. Идем на первый этаж, потому что я хочу сейчас обменять. А, не-не-не. Да, обменять. Обменять вот эти штуки. Ладно, ребят, встретимся внизу. Раз, два, три. Ну, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Не спрашивайте, как я этот сундук взял, потому что... Потому что это самый редкий сундук, который можно в... Да ладно! Да ладно! Ребята! Ребят, это просто капец! Обалдеть, ребят! Мы с вами выбили такие крутые вещи. Я даже... Ладно. Короче, я тут возьму 12 этих штук. Военного мотоцикла. Ой. Короче. Схема, 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 схема. Так, ребят. Что ж. Мы это возьмем с вами. И, ребят, где же той пацан? А я сейчас покажу, где той пацан. Мы идем вот сюда. А, не, не сюда. Или все-таки сюда? Все-таки сюда. Да, все-таки сюда. Так. Да, ребят. И у нас попадается вот инженер, бла-бла-бла, который мы освободили. Но, ребят, мне все-таки хочется посмотреть, как эти узы работают. Да. Обалдеть! А сколько у них урон? 8. Ну, как-то слабенько. Но, ребят, у меня есть улучшение для усов, так что... Да-да-да. Так что все нормально. Так что все нормально. И, ребят, давайте проэкспериментируем узы. Так, я вспомнила, ребят. Если вы уже освободили этого пацана, там получили все-все-все-все. Так. Что это такое? У меня это лишние схемы на бла-бла-бла-бла-бла. Сейчас, ребята, 3, 2, 1. Ага. Та-дам! Да, ребят. Опа, опа. Опа. О, да! Опа, а у меня же это было? Нет, это у меня не было. Для... Ступи новый модуль. Вот это класс, ребят, вот это класс. Так, ступи новый модуль и... О, да, ребят. Да. Давайте еще, наверное. Ну, давайте, пацаны, давайте. РС2, Э3. Что же, ребят? Да. Раз, два. Пожалуйста, для узлов. Ну, конечно. Нормально. А, кажется, это уже было. Ого, нормально. Так, а для АК? А для АК наступит новый модуль. Вот эта штучка. Ну, ребят, что же, я думаю, давайте еще раз откроем эти все кейсинги и уже приступим к вот этим всем сундучкам. Что же, ребят, я очень много менял, и наконец-то, да, менял, да. Я копил это уже не знаю сколько, но, ребят, давайте. Первое. Вау, классно. Вот это я хотел вообще очень сильно. Это классная штука. О,
Обалдеть, ребят, ну мне повезло. Ну, ребят, давайте сейчас я пойду домой и покажу, что это вообще такое. Ну что ж, ребят, я хотел вам показать, как я вилкочопера, да. Ну, ребята, а мы вот здесь, да. Мы придем сразу к этому, и нам нужно дофига всего. Ладно, ребят, сейчас мы на паузе. Ну что же, ребят, в этом я уже не использовал читы. И завершите, да, ребята, ой-ой-ой-ой-ой-ой, ладно. Я покажу свои сундуки. Хова. Но последний я уже показывать не буду. Да, ребят, я показывать последний не буду. А это ж у меня где-то здесь было. А, ну ладно. И, ребята, следующее это у нас так. Еще вот здесь вот такая штучка. Ну, ребят, это вообще класс. И вот это. Ребята, это шикардос. Ну, ребят, вот это уже. Так вот. Мы идем сюда. Мы вот так сюда. Опа! Да, ребята. Я уже вижу, как он стреляет. О, да. Так, ребята, что для второго лучше? Ой, это ж для этого. Кстати, глок. А это какой глок? Это обычный глок? Сейчас я, ребят, сейчас я положу... сейчас я положу вот эту штучку. Сюда. Вот обычный глок. Так, в принципе, тут нет никаких улучшений. Ну, нам этого не надо. Да, ну, в принципе, дробаш у нас... Так, это что такое? О, крайне редкий модуль. Ну, ребят, это пока что не то. 15. Ладно, ребят. Пауза. Чтобы вы, ребята, не сомневались, я сейчас покажу, как я это все делаю сейчас. Вот. Достаем мы вот эту штучку. И вот сюда. Раз. Ага. Я все понял. Короче, ребят, сейчас я пойду поднакоплю немножечко вот этих болтов. Ну, а пока что пауза. Погнали, ребята, вот так. И... Тирин! Все, кладем. И нам нужна вот эта штучка. Вот это. И да, ребята, мы... Так. А что я делаю? А. Ребят, опять придется поднакопить, ребята, паузу. Наконец-то, ребят. Давайте. И... Да. Да, ребята, да. Наконец-то мы это сделали. Но мы еще не сделали. Теперь 20 вот этих штучек. А! Это, по-моему, штучки в этом сундуке. Но я не покажу, что в этом сундуке. Так что, пауза. Ладно, ребят. Там было вот такие вот штучки. Но, ребят, это не все, что есть такое. Так что, улучшаем. Да. Да, ребята. Ладно, вот сюда пока что положим. И, ребята, мы заканчиваем. Да! Да, ребята, да.
Ой, тогда узы надо взять. И, ребят, что ж, подождите-ка. Или вот это, или вот это. Ну, ребят, давайте пока что это поставим. А, это уже применено. Ну да, это применено уже. Ну, ребят, давайте посмотрим, как он стреляет. Ну, уже понятно, что это выше стрельба, да? Ну да, ребят, выше стрельба. Ну, ребят, давайте на этом будем уже заканчивать, потому что видеоролик уже идет так немало. И, ребята, следующее улучшение нам еще много. Ну, ребята, на этом будем заканчивать. Что ж, с вами был Йо Айкиоп. Всем пока!